Всем привет, ребята, с вами Назар. Продолжаем играть за Орден Тамплиеров, Европа 4. У нас идет война против Гронов. Мы уже оккупировали все их провинции, но у нас тут идет процесс создания претензий. Я бы хотел его завершить, хоть немножко, какую-то скидочку. Правда, там скидка будет всего 10 очков. Не знаю, стоит ли ради этого так заморачиваться, потому что он будет еще... Тут написано, что до декабря, но это неправда, он еще года 3, наверное, будет это фабриковать. Возможно, давайте не будем страдать этой фигней. Наверное, его вернем и возьмем эти провы. На вот эту я бы еще подождал, потому что тут, ну, тут 15 было бы очков, тоже немного больше. Просто теперь претензия на... Никакая, она дает всего 10% скидки. Раньше было 25. Вот это была скидка. А теперь это фигня целая. Австрия... точнее, Нидерланды объявили Австрии войну за независимость. Выделились из ее состава. Так что скоро будем ожидать новых колонистов. Голландцев. Ну, де-факт, куда они еще пойдут? Тут вон Африка. Большая часть еще не исследована, ну как, не колонизирована, так правильнее сказать. Так что посмотрим. Думаю, будет интересно. Так, объявить эту хрень. Отменяем. Ну и тут тоже давайте возвращаем его домой. Не хочу с этим париться. Хотя можно посидеть в войне, можно было бы. О. Пофиг. Пофиг. Хватит, думаю, очков. Так, берем все. Что тут? Претензии. Ну, откажись от претензий на эту страну. Хорошо. И национализируем. Я и говорил, вот эту нельзя. Костер тщеславия. Праведность либо престиж. Ну, престиж в нашем случае берем. Праведность у нас самая высокая, что может быть. Так, о, есть, кстати, ачивка даже. У меня тут есть она. Стоп, престиж. А, блин, у нас престижа нету сотки. 100 легитимности есть и 3 стабильности. Стаба есть. То есть нам нужен только престиж сейчас, по идее. Чтобы это получить. Respected. Ну, можно объявить вот этим войну. Вот тут опять-таки от Гуронов осталась вот эта штука. И надо бы нафабриковать. Так. Ну, давайте вот эту отдадим. Священникам. Они, наверное, просят. Да, они просят. А миссионер. Сколько там еще? Еще немножко. Включил союз Франции, да? Да. Ненавижу папу и Францию. Смеюсь. Папу я... О, кстати, я хотел взять вот эту штуку. Простить ростовщичество. То есть у нас будет снижаться годовая инфляция, чтобы не тратить на нее админ-поинты. Я лучше буду... Возьму вот эту штуку и на себе там потихонечку. Оно на 20 лет дается. За 20 лет, я думаю, оно тут нормально скинется. Тут не написано... За сколько времени у нас кинется. У нас, кстати, есть... как оно называется сейчас? Сейчас золото. Экономические карты, товары. Можно эту провинцию развивать. Производство. Тогда будет доход от золота. Вот видите, плюс пол монеты в месяц. Походу должно оно добавить. Но я не хочу... Мне не нужна инфляция, мне нужно
С золотом у нас проблем нету. Ага. О, колония построилась. Так, защищай. Торговля. Вы сляпринт. Так, давай сюда. Это будем собирать. Вот, транспортный. Это тоже мы переведем сюда. Соединим его вместе уже. Так. А где закончилось? Здесь? Нет, не здесь, на севере. Значит, отправляем дальше. Ну, нам до этой пробы еще одна, а англичанам еще две, так что мы успеваем. И тут французы, кстати, их могут. Но я не думаю. Ну, тут, видите, англичане, по идее, отстают немного, но я думаю, у них 80 прирост, а тут 55. Да, англичане, я думаю, их перейдят и пойдут сюда. Французам уже тут придется сюда идти, а потом англичане сюда зайдут. Скорее всего, что это так будет. Странно, что они не воюют. Проход от Бенаки. Ну ладно, проходи. Где-то войска. Пусть себе проходит. Так, тут фабрикуется потихонечку, нам тут придется брать тоже много провинций, наверное, на весь счет, чтобы на следующий раз мы могли его завассалить. Вот он улучшил здесь 11 раз, здесь 9 раз, здесь 10, то есть он развивает свои пробы, и тут пробы весьма-весьма такие жирные, хорошие. Так. Показаны, как будто везде здесь миссионеры, хотя это должны вот такие мужички стоять. Тоже какой-то баг. Может и фича, может я чего-то не знаю. Всякое бывает. Но когда она закончит, мы узнаем, работает ли тут фишка с колониальными нациями или не работает. Так, я хотел вот здесь обратить. 7,5, хорошо. Тут, наверное, будет восстание. Можно поднять автономию. Но не хотелось бы тут поднимать. 10 монет. Нормально. Перетерпим одно восстание. Не факт, что оно, конечно, будет. Так, вот отсюда. Куда мы пойдем? Можно пойти вот сюда, тут так потихонечку отрезать. И, наверное, что сюда пойду. Может, даже сюда. Нет, сюда далеко очень. Вот тут тоже бы хотелось соединить. Потому что рано или поздно европейцы сюда придут. Скорее всего, испанцы. С испанцами мне не хочется воевать, потому что, ну, чтобы добиться какого-то результата, нам придется брать их родные провы, а у них там армия. 50 тысяч. Вот, 48 тысяч. Нас, конечно, больше, но мы не сможем ее перевести нормально. Разве что ждать войны будет эта война. Да, Испания скушала Прованс, Арагон, Неаполь. Тут еще. Ну, такая, знаете, как почти как в истории. Надо было. Все. Получили мы здесь колониста халявного. Так, здесь все отрезано. Прекрасно. Тут еще не отрезано, но пока здесь нету никаких европейцев, я думаю, можно подождать. Ничего тут не делать. Тут отделили эту страну. Союз с Португалией для защиты вот от Антона. Так. У нас брик, что он тут стоит. Опять какая-то фигня. Стабильность, влияние на папу минус, священники 5 лояльности. Дворяне 5 лояльности потеряют. Ой, не хотелось бы. Стаба нам тоже не нужна. Доход от налогов.
Ну, 20 лет. Серьезно? 26. Да, у нас доход. То есть минус 2 монеты, ну, минус где-то 3 монеты будет. Но нам дадут денег много. Так что это одно другое компенсирует. 5 лояльности, а дворяне получат 5 лояльности. Ну, это нормально, вот это берем. Вот. Престижа бы сотку где-то взять. Что дает престиж? Точнее, откуда его можно взять? В войнах, в сражениях. А колонизация, не знаю, дает она или не дает. Вроде бы дает. Ну, нам еще до конца колонии еще очень далеко. Вот этой. А, можно соединять и дальше сюда пойти. Восьмерка. О, вот это интересно. А, и тут торговый центр. Ну, тут раз, два, три, четыре. Идти. А можно пойти через вот эту тут захватить. И у нас будет соединение уже готовое. Можно сюда выйти, тут тоже неплохие пробки. Можно где-то у себя дома колонизировать, но тут так себе провинции по пятерке. Это невыгодно. Можно сюда. Ой, куда еще можно? Можно вот тут. Десятка нормально. Тут можно закрывать. Тут фиговые провы. Дешевые. Тут нету смысла. Можно отдавать европейцам. Тут можно закрывать. Тут тоже торговый центр. Давайте сюда уже. Будем здесь соединять потихонечку. На юг ползти. Тут тоже хорошие провы. Но тут немного рискованно. Так. Что у нас есть? Претензии на сюда есть. И будут на сюда. Тут у нас восьмера, тут шестера, да? Тут шестера. А тут четвера. Ну, вот эти нужно будет брать по-любому. Что придется. Да, еще я не смогу поевать, нам нужны будут претензии. Тут 228, то есть 23 очка можно будет сэкономить на таких пробах. Хотя бы вот эти две придется все-таки взять, чтобы уменьшить стоимость. Нужно было сразу просто это делать. Или что-то. Кто-то ступил. О, Zetter Ova. Zetter. А мы на нее типа сделали. Да. Мы на нее как раз сделали претензию. Спасибо. Спасибо, компьютер. Ты мне умеешь утешить. Так. Сандованда какая-то там. Сандованда. Отправляйся. Жаль. Одновременно нельзя. Несколько. Делать на одно и то же государство. Так, куда ты дальше пойдешь? Давай дальше, исследуй тут острова этих. Тут островов много. Тоже было бы неплохо иметь здесь где-то колонию, провинцию, чтобы снабжать наши суда, если это понадобится. Так, тут создано, хорошо. Тут можно. Еще, да, еще одно осталось дождаться, чтобы получить ответ на животрепещущий вопрос. Что же будет? Вот сюда сделал претензию. Зачем? На пятерку. Здесь стоимость 42. Или я вот сюда делал претензию? Не, я вроде бы сюда делал. А тут нам дали так. Ну, тоже неплохо. Прости, компьютер, я тебя обидел.
Ты мне дал хороший повод для войны. Ты молодец. Так, ну эти вряд ли захотят воевать. Хотя у нас есть благосклон. Нужно будет их тоже привлечь. Попробовать попытаться. Так, а флот? Компононка? Вроде как нету флота. Так, у этих, похоже, идет вестернизация. Скорее всего. Наверное. Текс. Ну, давай где-то тут. 105%. Ну, мы так держимся уже достаточно долгое время. На этих 105%. Одно обращаем, а другие правы захватываем. И не можем как-то прийти к более высоким показателям. Но нам нужно просто выше сотки. Кайота. Киото. Это Япония, да. Класс. Ну, открыл я это. Даже не Киото, а Токачи. И чё? Да ничего. Айны тут чё-то сильно много земель взяли. Обычно их так. Это что такое? Франция? Нет, это Корея. Я уж подумал, что Франция. Так, тут чучи всякие. Да, это нам не нужно. Нам нужны очки. Причем очень много нам их нужно. Так, еще на две провы. Фабрикую и будет война. Тут остальные дешевые. Бла-бла-бла. Хорошо. И что? Да, видите, нету колониальной нации. Значит, все провы здесь будут принадлежать нам. И здесь, кстати, нету заморской провинции. Так что все, зашибись. Восстания тоже нету, успокоились. Да, минус 3. Так что все, тихонечко, спокойненько. Значит, можно там фабриковать и тоже забирать эти пробы себе. Кстати, позже мы это сделаем. Давай, все, еще одну. Тут нужно дождаться до конца. Что у нас там? Вот это. Хоси-Осак. Есть. Останется у них вот это хорошо развитая. Столицу они, кстати, не развивали. А чё так? Там же дешевле. Странно. И они, кстати, еще где-то могут колонизировать. Но я бы так оставил, чтобы у них осталась эта колония. Но они что-то не колонизируют. Туземцы атакуют. Такое все темное, знаете, как на севере. Ночь. Страшно. Волна миграции. О-о-о. Куда Ханкок? Возможно, это тут. Нам бы тут было бы неплохо. Куда Ханкок? Тут? Да. О, скоро еще один колонист будет доступен. Вот, с тремя колонистами уже веселее все это делать. И еще будет веселее, если я привезу сюда свои войска. Остальные части. Что за чудеса? Престиж. О! Слушайте, может получится взять эту ачивку. А их мы соперниками объявить не можем. Или можем. Мы можем Францию, но пока что. Пока что не то. Нидерланды? Внезапно. Они католики. А нет, тут, ну тут есть протестантизм, реформаторство, но они католики. И я могу тоже взять меркантилизм. Давайте возьмем. Кардинала нам что-то не дают никак. Ни разу не дали еще. За сто лет игры. Видимо, я не заслужил. Ну, или есть какие-то
условностей, из-за которых мы не можем его иметь. Потому что у нас там, например, столица где-то в Новом Свете. Возможно, из-за этого. Так, кого мы обращаем? И нужно тех, кто больше всего там более развитые провы, но какая разница, все равно рано или поздно мы их всех обратим. Что-то париться из-за этого я не вижу смысла. Да. И транспорт поставим тут. У этих где-то нету кораблей, возможно, они где-то в юг уплыли. Так. Хорошо, ребята, давайте сделаем так. Я сделаю паузу в записи и продолжим, когда у меня закончится тут фабрикация. Это будет скоро. Вот. Так, это пока тоже не берем. Так что встретимся через секунду. Ну что ж, ребята, подходит к концу фабрикация претензии. Я думаю, уже можно начинать. 5% мы точно сфабрикуем. Здесь уже у нас завершилась колония. И следующего колониста я отправил вот сюда. Буду тоже тут потихонечку пробираться к европейцам, чтобы повоевать против Португалии. Плюс получить выход вот к этим, от Антона. Тут много проф. Они, ну, такие и пятерки, и десятки есть. И вон 12-ка даже есть несколько. Неплохо будет с ними повоевать, захватить несколько провинций. Ну, а сейчас начинаем здесь войну, объявить войну. А я не могу, потому что у нас есть проход войск. Гениально. Отменить проход войск. Ну, заодно и фабрикация завершится. Можно еще одну сфабриковать, но она по-любому. Мы не успеем это сделать, так что не вижу смысла. А если... Нет, так не будет. Если я, типа, завершу войну, а фабрикация будет идти, она, походу, отменится. Наверное. Я не знаю. По идее, должна отмениться. Так, ждем еще немножечко. Все, объявляем войну. Так, а за занятие провинции... Ну, вот этой. Сандованда. Да, Сандованда. И стоит у нас Магикан. Привлечем, пусть берет, пусть помогает. Я не знаю, конечно, что еще делать. Ну, брать ли какого-то воина, полководца себе или не брать. По идее, нужно. Еще интересно, сколько у них там войск. Ну, а наш правитель, он, блин, вот какой-то ничтожный, он будет жить 68 лет. А вот этот нормальный, он, ну что он поживет? Ну, поживет там 10 лет, поправит страну и все. Ну, его разве что можно взять, типа, рискнуть. Эх, мне что-то хочется, если честно, рисковать. Вот если он вступит на престол, вот его наследника можно будет брать, это уже будет нормально. Что у нас тут рек нету. Я их вообще могу завасалить? Да, могу. 180%. Нужно, короче, половину его территории забрать. Ну, короче, все, что мог, нужно забрать. Тут наш возвращался чудик. Только не погибни, только не погибни. Давай сюда. А, нельзя? Нельзя? Почему? Давай сюда. Почему? Почему я не могу? Потому что он на миссии. Он не хочет отступить. А, блин. Тупо. Сейчас потеряем 3 корабля. Либо не потеряем, нет, он отступил, но он почему тут стоит? Иди домой. Хватит там уже исследовать. 12 тысяч у них, ну, нормально.
Так, хорошо. Что-то на север попёрся. Нельзя сюда. Крепость блокирует. Хорошо. Экспедиция завершена. Ну, стой тебе, ремонтируйся. Экспедиционер. Так. Все стандартно. Ой, эти что-то обновились. А у меня претензии на них есть. На одну есть, на четверку нету, да? Но нам тоже это нужно. Так что объявим им также войну. А за покорение язычников объявляем войну. Пока они тут вот такие растерянные. Мне тут нужно как-то сделать... Так, давайте так. А, блин, что я парюсь? Какой у них уровень? 9. Ну, 9 это еще мощно, можно сказать, по нашим временам. Так, ты стой. Ты давай. Обращайся, 70%. Ну, сейчас тут опять упадет. Тут скандинавское язычество. Напомню, кто не знает, это у нас создавалось рандомный новый мир. И вот эти такие государства всякие странные. Это типа фантастические государства. Там можно поставить в настройках, там где выбирается сложность игры, страны для игры, там есть кнопочка настройки, там вы выбираете, как часто будут появляться фантастические страны. Ставите на там очень часто, или как оно там называется. И получаете вот такие всякие интересные страны. Правда, у некоторых, вот у меня сбивается их название почему-то. Избивается их внешний вид. Вот, например, здесь видите такие палатки, вот крепость какая-то индейская, но вот здесь должны быть европейские. Так, идут. 2-0. Знаете, так себе он. А, не-не-не, давайте я сюда так смогу зайти, да, смогу, если что. А у некоторых ребят наоборот. Оно все сохраняется. Не знаю, от чего зависит. Возможно, из-за мода, из-за... Не знаю. Утверждать не буду. 9, да, тут хорошая кнопка. Мы получили. Он идет куда-то к нам. Да, да, обходи. Запросто. Если я пойду сюда и сюда... Нет, чего он не хочет? Это не пускает... Если я пойду вот так, вот. А сюда что не пускает? Тут уже у нее нету контроля. Отсюда, а, это соседний. И вот так она не пустит, да, понятно. Понятно, суду все понятно. Тут 13-й воентех. У нас тоже не хочу сражаться. Базовый налог. Престиж, но нам нужен престиж сейчас. Нам нужен престиж. Можем выполнить ачивку. Можно, кстати, атаковать. Давайте возьмем уже этого наследника. Уж фиг с ним. Умрет, так умрет. Но если он умрет, упадет стабильность. Наверное. Нет, давайте берем генерала. Этого следователя, наверное, придется отпустить, что ли. Либо генерала отпустим после этой войны. Посмотрим. Короче, нужно брать генерала, я не хочу рисковать. Это тоже военные очки, так что, ну... У него 0 шока, а у нас 0 выстрел. Но у нас будет больше. Не убегай. Блин. Ага, не убежит. Хорошо. Все сюда. Нужен престиж. Ну и армии разобрались без подкреплений. Так. А, блин, так как его дают, то... Тут, возможно, была какая-то фигня. Да, вот изменение престижа за год плюс единица. Где взять престижа? Так, в
войну объявили, они вроде в союзниках были, теперь воюют. А, это вот эти союзники с Португалией, да-да-да, все правильно. Все правильно. Но мы по итогам мирного договора должны взять много престижа. Так, давай назад. Опять пушки забрала все. Здесь оставила одну пехоту. Хорош. Дальше я продвинуться не могу. Никак. Так, а там что у нас происходит? Я даже не смотрю. Ага, они оккупируют. Алло, ты чё? Нельзя тут ничего оккупировать. Давай, помоги. Да, сейчас опять все админки спущу. Это нужно делать. Нужно успокаивать, так сказать, вот эту страну. Уменьшать ее. Придется, наверное, забрать пробу с крепостью. Потому что не придется. Хорош. Ну и теперь еще осталась только столица. Так, не стой возле меня, иди захватывай. Так, там вроде бы все. Нет, еще не все. Тут еще отступает. Отступил, точнее. Здесь нельзя ему. А, блин, захватит. Хорош. Так, у нас тут генерала нету. Но я не думаю, что он будет попадать. Да, он ушел куда-то. Далеко. Нужно воевать, нужен престиж. Хочешь или не хочешь, но нужен 15-е, 24-е. А ты давай на столицу. Ой, тут что-то еле-еле сражаемся. Половину оставь. Давай сюда, половинка. А ты, половинка, сюда иди. Хотя, нормально, нормально все. Так что ты давай уже вот так, вот так сюда пойдешь. Пойдешь у нас вот так. 97. Бляха, 2,5 престижа нам нужно. Несчастных 2,5 престижа. Блин, где бы его взять? Вроде бы нигде. Только если завершится колонизация. Но у нас завершится тут не скоро. Тут не скоро. О, пожалуйста. Видите, о чем я и говорил. Испанцы приперлись. Тут тоже не скоро. Так что нам нужно вот здесь тоже будет как-то отрезать, что-то делать, как-то думать. Наверное, вот сюда. И сюда. Восстание. Все-таки восстали здесь. Ну, фиг с ними. Сейчас вернемся. Так, ты давай сюда иди, ты давай пойдешь успокаивать восстание. 308 дней. Долго. Долго, честно говоря. С тебя мы будем забирать. О, мы сейчас тут получим престижа. 1,7. Мало. Дайте престижа. Отказ от претензий. 3,7. Мало. Еще нужно. А нет, не нужно. Должно хватить вроде бы. Надеюсь, нам хватит. За вот это престиж не начисляется, да? Да. Сотка, все. Сто этого, сто этого, сто этого.
respect. А что еще? А, легитимность, она не считает праведность за легитимность. Тьфу ты. Бля. Я думал, она считает, типа, что это тоже легитимность. Да. Ясно, понятно. Индюк тоже думал, но попал в борщ. Так, ну ладно, ребята, на этом будем с этой ачивкой. Но я надеюсь, здесь нету никаких более дурацких там. Да. Это нужно за королевство играть. Ну, либо провести секуляризацию, как оно там называется. Да. Админка выше двадцатки. Тогда только мы сможем за орден сделать эту ачивку. Зачем тогда нам ее показывают, если у меня нету легитимности, не знаю. Хорошо, ребята, всем спасибо за внимание. Встретимся уже в следующей серии, где завершим войну против Каупанонка. Заберем тут, наверное, 3 пробы. Ну и здесь все, что сможем, то будем забирать. Сколько там нам хватит военного счета. Все, всем пока.